Перчатки, салфетки и много антисептика. Для выездного пункта вакцинации стерильность превыше всего. Одну из таких точек развернули прямо в торговом центре «Мега» на первом этаже. Прививаем от гриппа и от пневмокока. Пневмокок ставится один раз в 3 года. Есть вакцины, которые на 3 года, есть вакцины, которые на 5 лет. Вакцинация – это своего рода тренировка иммунной системы, особенно в преддверии холодного сезона. Сергей Петраков с отцом прививается каждую осень. Раньше ходили на вакцинацию в поликлинику, а сейчас решили сделать ее здесь, в мобильном пункте. Я и так планировал. И тут как раз прямо рядом с домом оказалось, что можно привиться. Вот очень хорошо. Очереди вообще не было. Пришел, сразу все сделали, очень быстро. Для вакцинации нужен только паспорт и полис. Перед уколом врач обязательно соберет анамнез, померит температуру и давление, выявит противопоказания. Мобильный пункт в торговом центре «Мега» работает по будням с 15 до 19 часов и по субботам с 12 до 16. Сервер Бекмамбетов, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.